У всех брошенных и детдомовских появляются вши. И их моют мылом Ка. Запах отвратительный на все отделение, не сказать на всю больницу. Я долго мучилась. Я не понимала, откуда все-таки они берутся, эти вши-то. У меня однажды были вши, мы с сестрой заразились в детском саду, когда было-то. Откуда они берутся в больнице, спросила я у сестры-хозяйки. И она просто ответила, с тоски. Я все равно не поняла. Но переспрашивать почему-то не стала. Может быть, она имела в виду от тоски? Все равно непонятно. Как тоска, чувство может превратиться в кусачий букашек? Не понимаю. Когда знаешь, что на свете есть люди, которым гораздо хуже, чем тебе, смотришь на все иначе. Даже на сестру. Не такая уж она и вредина, если разобраться. Мама в больницу приходит пару раз в неделю, а Светка чуть не каждый день письма пишет, рассказывает обо всем. Нормальный, в общем-то, человек. Так. Я хотела еще рассказать, как однажды красила батарею. И, ну, опять оправдываюсь, ведь я же совсем не злобное существо. Все несчастья, которые со мной приключаются, это же не нарочно. Правда, правда. Ну вот просто хотела помочь, вот хотела проявить самостоятельность, вот, и покрасила батарею. Дело было так. Я очень люблю красить. Ой. Не важно, что красить. Можно стену, можно забор, можно батарею. Как-то раз маляры ремонтировали наш дом. Маляры – это такие тетеньки в серых комбинезонах и белых платках. Они возили большими мочальными кистями по стенам, ших-ших-ших-ших, говорили кисти на длинных палках, и стена становилась синяя и мокрая. Я все время лезла под руку, на меня капали капли и звездки, тетеньки смеялись и гнали меня прочь. А через несколько часов стена потихоньку высохла и стала белая. Ай, как же мне это понравилось! Еще мне больше понравилось, когда малярши стали серебристой краской красить газовые трубы. Макаешь в банку кисточку и начинаешь красить. Облупившаяся труба под слоем новой краски свежеет, хорошеет и становится как будто мягкая. Я с наслаждением медленно крашу трубу уже в 21 раз. Когда тетенька наконец отбирает у меня кисточку со словами «Молодец, молодец, хватит!» Вот вырастешь, станешь маляром, ладно? А сейчас ступай домой, а то мама заругает, заморалась вся. Я сказала папе, что собираюсь стать маляром. Как мне тетеньки посоветовали. Угу, хорошо, сказал папа, не отрываясь от газеты. Я немного огорчилась, что он не заметил перемены моих планов на оставшуюся жизнь. Пошла, рассказала маме. Реакция та же. Решила поделиться с сестрой, уж ее-то должно обрадовать мое решение. Она теперь может сказать своим подругам, моя сестра будет маляром. Да, и будет гордиться этим очень. Сообщила. Реакции ноль. Большой и круглый. Попробовала прокричать ей новость прямо в ухо. Она разозлилась, но услышала на этот раз. Говорит, на прошлой неделе ты хотела стать эстрадной певицей, как Алла Пугачева. А месяц назад ты хотела продавать мороженое. А в прошлом летом ты хотела стать второй женщиной-космонавтом. Иди гуляй. Какая оскорбительная черствость. Я затаилась. Ничего. Когда-нибудь они все пожалеют, что не слушали меня. И такой случай мне вскоре представился. Родители затеяли ремонт. Все вещи из большой комнаты перенесли в маленькую. Папа принес с работы такие же большие мочальные кисти, как у маляров, и нас изгнали на улицу. Мой час настал, когда стали красить батареи серебряной краской. Я била копытом, как боевая лошадь, хотела продемонстрировать всем, как умею красить. Мне сказали, да, да, молодец, и отобрали кисть. Вот прихожу я вечером из школы. А в комнате уже высохший пол и непокрашенная батарея. В
Вот удивятся родители, когда вернутся домой. Будут грустные, усталые, мол, а тут еще батарею красить. И вдруг батюшки, а батарея-то покрашена, да как хорошо. И все будут радоваться, веселиться и говорить: а какая же ты умница, Ириша, что покрасила батарею. Я нашла в ванной баночку с краской, макала туда кисть и неслась в комнату. И с упоением красила. Для пущей секретности я не включила свет. За любимым делом время летит незаметно. Догадываетесь уже, что было? Да, пришли родители и увидели меня, перемазанную краской до неузнаваемости. За спиной я прятала кисть, с которой серебристым потоком текла краска. И по всему полу. От ванны до батареи, дорожки краски и сверкающие следы домашних тапочек. Ну ты дура, похвалила меня сестра. А родители стали смеяться, особенно папа. Но мама немножко посмеялась и перестала. Почти совсем не ругалась, когда выбрасывала погибшее платье. Ругаться стала, когда отмачивала в ацетоне тапочки. И совсем сильно ругалась, когда пыталась отмыть от краски мои склеенные волосы. А свежевыкрашенная батарея еще 2 дня не могла высохнуть. Она стояла мягкая и толстая, как будто покрытая мхом. Лишняя краска стекала густыми каплями и застывала, не долетая до пола. Я ее очень хорошо покрасила. Ирина, заправь постель. Я заправляю. Морока с этой постелью. У нас с сестрой большие железные кровати с шишечками на грядушках. И когда никого дома нет, то на такой кровати нужно прыгать. Да, высоко-высоко до самого потолка. Но только потом надо будет подушки аккуратненькой стопочкой сложить и накрыть поверху кружевной накидкой. Да, еще под покрывало нужно уложить подзор. Это такое кружевное народное творчество такое для красоты. Вот, а у меня же еще куча дел. Мы с пацанами договорились идти к школе. Ты себе не представляешь, сколько всего интересного на свалке возле школы. Взрослые, конечно, недовольны, как так, прямо перед школой свалка. Ужас, непременно убрать. Но, к счастью для нас, взрослые, как обычно, покричат и забудут. Как забыли у нас под окном зарыть яму. И два года, мы не видели белого света из-за куч наваленных гор земли. Выбирались из дому по досочке, каждый день, по досочке туда, по досочке обратно. А потом яму закопали, но забыли там же под окном трактор, который копал. Да. И 3 года после этого он там ржавел, распадался у нас на глазах. Отвалился ковш, гусеницы, стекла в кабине. Мальчишки открутили все, что откручивалось, и отломали то, что не откручивалось. Печальный остов возвышался, как памятник, и злакал по ночам. И про свалку тоже забыли. Вот, прямо за школьным забором наше тайное место посреди заросших полынью и крапивой желтых скал. Там есть заповедные тропки, пещеры, горы старинных вещей. Это же Клондайк, Эльдорадо, таинственный остров Джона Сильвера. Наше убежище в самом центре. Там стоит красный пружинный диван. Вот на нем можно прыгать сколько угодно. Правда, рискую провалиться ногой в дыру посередине. Обивка там полопалась, и желтый поролон вырвался на свободу. Несколько пружин стоят, торчат в стороны. Но это совершенно не важно, потому что ни у кого такого дивана дома нет. Роскошества. Вот там в убежище хранятся наши сокровища. У кого-то в старом чемодане, у кого-то под камнем, у кого-то под полынным кустом. Димка хранит там бабки. Знаете, что такое бабки? Потом расскажу. Наташка Коровина, катушки и стеклышки, а у меня там спрятаны фантики. Разноцветные бутылочные осколки и пара спичечных коробков. Очень ценная вещь в хозяйстве, да. В этих спичечных коробках хранится слюда. Знаете, что это такое? Нет? Я тоже не знала. На вот этих самых скалок вокруг свалки попадаются такие блестящие штуки, очень тонкие, хрупкие пластинки. У меня есть свой персональный молоточек.
с желтой ручкой. Я его приволокла на свалку, и мы добываем слюду. Она очень хрупкая, отколупывать надо осторожно и аккуратно складывать в спичечный коробок. Если хватать дурацкими лапами, она рассыплется и будет очень обидно и стыдно, если разревешься. А если положить ее на синюю шелковую тряпочку, слюда заблестит, как драгоценная. Что бы там Светка ни говорила. Я говорила про библиотеку в пятиэтажном доме рядом с товарным магазином. Там столько книг, наверное, целые тысячи. И мой папа прочитал их все. Честно-честно. Когда он прочитал все книги в первый раз, библиотекарь очень удивилась и сказала: «Извините, товарищ, но книги у нас кончились, вы их все прочитали. Придется вам искать другую библиотеку. Или начинайте читать по новой, начиная вон с той полки». Наверное, библиотекарю очень не хотелось, чтобы папа нашел себе другую библиотеку. У нас там еще детская секция есть. И папа начал читать по новой, да. А что ему еще оставалось? Не искать же новую библиотеку в самом деле. Мне надо было родиться мальчишкой. Но у кого-то там наверху были свои планы на мой счет. Я обожаю помогать папе, подавать ключи, пассатижи, зачищать провода, плавить уголово, макать паяльник в канифоль. Я знаю, что девочкам это не положено, но мне нравится. И с этим уже ничего не поделаешь. Особенно мне нравится разбирать. В нашем доме не осталось ни одной вещи, у которой сзади есть винтик, который бы я не разобрала. Особенно достается будильнику. Он разбирался множество раз, причем всегда оставалась какая-нибудь лишняя деталь. Вот странность-то. А еще у нас есть утюг старинный, тяжелый и весом, наверное, 500 кг. Вот. Он часто перегорает, и я быстро научилась его чинить. Разбираю, нахожу нагревательной спирали разрыв, соединяю, и все. Проще некуда. Долгое время меня интересовал унитаз. Как так получается, что вода сама набирается в бачок, и как она перестает течь? Как узнает, что хватит, что бачок уже полон? И в один прекрасный день, когда родителей не было дома, я притащила из кухни большой стул и попыталась с него достать до бачка. Не вышло. Надо оговориться, что унитазный бачок тогда делались на высокой трубе с тяжелой чугунной крышкой. И добраться до него было очень непросто. Я встала на подоконник, потянулась к бачку, одной рукой держась за оконную раму, а ногой упираясь в трубу, чтобы не свалиться. Крышка бачка героически сопротивлялась до последнего, но, не выдержав натиска врага, стала сдаваться, потихоньку, скрипя, поехала в сторону. И моим глазам предстало неприглядное бачковое нутро. Ржавые скользкие трубочки, шланги и пластиковый грязный шарик. Все просто. Дергаешь за веревочку, пробка выскакивает, вода выливается, пробка закрывается. И из боковой трубочки начинает литься вода, льется до тех пор, пока шарик на палочке не поднимется вверх и не заблокирует доступ воды. Я увлеклась, пододвигала тяжелую крышку все дальше и дальше, потому что хотела получше рассмотреть, что там внутри. И вдруг бабах! Крышка падает прямо в унитаз, и ужас раскалывается пополам. К тому же в самом унитазе образовалась изрядная дыра. Ой, кто бы мог подумать, что такая прочная на вид крышка может расколоться пополам. Естественно, сказала мама после того, как отругала меня вдоволь. Да, это же чугун, он тяжелый, но хрупкий. Вот это дела. Хрупкими могут быть не только тарелки, стаканы, чайные чашки, но и унитазы, и чугунные бачки, и мамины нервы. Горюшка ты мое, хорошо, что на голову себе не уронила эту крышку. Господи, зачем ты туда полезла? Мне интересно было, что там внутри, мямлила я в ответ. Любопытство не порок, вступился за меня папа. А потом добавил, но большое свинство. Вот не понимаю я этих взрослых. Все шуточки у них, какие-то поговорочки. Сначала папа вроде как вступился за меня, а потом выяснилось, что не совсем. Вот всегда они так, особенно когда кучи соберутся за столом. Ирина, ты кем хочешь стать, когда вырастешь?
Я честно отвечаю, что балериной, а они смеются. Вот что тут смешного, я не понимаю. Еще один любимый вопрос. А ты кого больше любишь, маму или папу? Вот ничего глупее не слышала. И смотрят на тебя так внимательно, глаза хитрющие. И тут главное не поддаться на провокацию. И ведь если всерьез задуматься над этим вопросом, можно показаться совершенной дурой. Начать мямлить так. Мама, мама, нет, папу, нет, я не знаю. Можно еще разреветься до кучи. И взрослые будут смеяться. Говорить, не плачь, дурочка, весело им. Угу. Совершенно о детях не думают. Назвать дурочкой при всех. А я, может, не хочу быть дурочкой. Я, может, умной хочу быть. Я хочу понять, зачем они такие вопросы задают. Угу. Почему смеются? Почему им не интересно? Почему им не интересно, что внутри у телевизора? Угу. Неужели совсем-совсем не хотят его разобрать? Вот я, когда вырасту, никогда своим детям таких дурацких вопросов задавать. А еще у меня будет 20 кошек и 30 собак. Так. А еще у меня будет сорочонок, совсем как тот, которого мы со Светкой однажды принесли домой. Это был раненый птенец сороки, он не мог летать. Он отчаянно дрался здоровым крылом, норовил клюнуть в глаз и часто-часто испуганно дышал. Мама разрешила его оставить на ночь, а потом унесла куда-то. А однажды мама купила целый ящик рыбы, и в нем оказался настоящий живой рак. Мы его назвали Петя. Посадили в трехлитровую банку и кормили хлебом. Но родители сказали, что он все равно не выживет, и постановили Петю сварить. У тебя бабушка с дедушкой есть? У всех есть, конечно. Хорошо, когда есть бабушка, которая балует тебя, печет пирожки. У некоторых даже несколько бабушек есть, несколько дедушек, кому как повезет. А бывает, вовсе нет никаких родственников, и ребенок называется сирота. Я определенно не сирота. У меня много родственников. Бабушка, дедушка, дядя, тетя, двоюродные сестры и братья много. И в Челябинске, и в Волгограде. Вся челябинская родня собирается вокруг дедов, то есть бабушки с дедушкой. Почему-то все так и говорят. В субботу пойдем к дедам. Или как деды себя чувствуют, не болеют? Вот так во множественном числе так и говорят. Деды приехали на Урал всей семьей очень давно. Их раскулачили. Это значит, что они жили в деревне и были кулаками. Вот. А потом их посадили в поезд и отвезли в город Магнитогорск строить завод. Вот, они построили. А потом их опять посадили в поезд и повезли в другой город, в Челябинск. Опять строить завод другой. Они его построили. А потом им сказали, хватит по стране кататься и строить заводы. Живите тут. Вот, и дедушка с бабушкой обрадовались и спросили, а где нам-то жить-то? Они говорят, да вот же место свободное есть, сказали им. Где? Ну вот же, свободное место, тут никто не живет. И показали на большую яму, из которой люди брали глину и камни для домов. В яме жить трудно, темно и страшно. Но делать все равно было нечего, поэтому деды стали там жить. Землю сначала возили тачками, потом машинами. Половину яму засыпали, а половину так оставили. Вот, построили дом, а в яме сделали огород такими террасами, как в Мексике. И огород и теплицы. Местные люди сначала смеялись и дразнили дедов яминами за то, что они в яме живут. А потом посмотрели, подумали и решили больше не дразниться, потому что зауважали. Вот. Они у меня очень особенные. Бабушка на голову выше деда. Они когда поженились, были одного роста, а потом бабушка подросла и очень высокая стала. Вот. У нее все большое, большой нос, большой рот, большие руки и ноги. Она похожа на многоводную реку, спокойная, медлительная, на первый взгляд, сильная. Мама говорит, у нее рука тяжелая. Это значит, если стукнет, мало не покажется. От крика английского короля Ричарда III, помнится, приседали кони. От крика бабушки приседают все вокруг. И кони, и люди. Это у нас фамильная черта такая у всех Григорьевых. Когда вся семья собирается, шум стоит, как на космодроме при запуске ракеты. Еще бы мама, три сестры, брат, еще куча мала детей и, в смысле, бабушкиных внуков, да. Я лично по счету уже пятая, да. И все носятся, все орут, и голосами Бог никого не обидел, да. У меня 6 двоюродных братьев и 1 двоюродная сестра. Это только в Челябинске. Вот сколько.
А дедушка росту небольшого, коренастый, такой основательный. У него короткие пальцы, короткие ручки, черные с проседью волосы и очки в черной квадратной оправе. Он по национальности татарин, хотя по-татарски никогда не говорит, кладет шершавую руку тебе на голову и смешно так говорит: «Ну, мужчинка». Вот. У нас на Урале лето короткое, крупные фрукты не растут, сады у дедов растут мелкие желтые яблочки, невзрачный на вид, но очень сладкие и вкусные. И ближе к осени их собирают в старые дырявые тазы. Дедушка, кряхтя, подбирает с земли падалицу, те, что упали. И в сенях стоит кровать для отдыха, старенькая, с железными шишечками. Вот, и на ней рассыпаны яблоки. Голова идет кругом от яблочного духа. Назойливая жирная муха бьется в стекло. Окружевные занавесочки не защищают от полуденного солнца. Тихо. Мир замер от счастья. Я же рассказываю историю про булку. Итак, как я потеряла булку? Однажды мама послала меня за хлебом. А во дворе же много-много инопланетян, я же рассказывала. Ну вот я и думаю, вон они, свели под кустом гнездо. Раз кудрявый, джу, клён зелёный, листрезной, джу, джу. Вот. Я же не могла пройти мимо вражеского гнезда, не воспользоваться отсутствием инопланетян. Но я просто обязана была разорить гнездо и спасти Землю от нашествия. Понимаешь теперь, как я сильно была занята? Я хорошо помню, что дошла до магазина. И даже хлеб купила. Очень хорошо помню, что купила. Только вот он по дороге подевался куда-то. Я пришла домой, когда расстреляла всех инопланетян в округе, уставшая и счастливая. И, увы, суровая реальность в лице мамы стояла в дверях квартиры и спрашивала: «Дочь, а где хлеб?» «Опа, а хлеба-то и нету». Что делать? Можно было сказать, что его инопланетяне похитили. Ну, во-первых, мама не поверит, а во-вторых, зачем ему хлеб-то, они же его не едят. Вот хотели меня выставить дурой перед родственниками, утащили хлеб, а я им заметила. Мама, конечно, ругалась. Сестра заявила, что ничего другого от меня не ожидала. А папа просто посмеялся. А мне до сих пор иногда стыдно. Вот такая история про то, как я потеряла булку. Странно. Хотела рассказать такую историю про булку, а столько всего понарассказывала. Могу поспорить, что вы тоже можете много историй рассказать, да? И можно их даже записать. А пока все. Конец.